Уже завтра на сцене Ленинского мемориала выступит необычный дуэт. Студенты Московской консерватории имени Чайковского из Японии выступят под аккомпанемент музыкантов из Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский». Для зрителей прозвучат два инструментальных концерта. Хорея Катоха – студентка второго курса фортепианного факультета, лауреат всеяпонского конкурса пианистов. Она исполнит второй концерт для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена. Я очень рада, что опять могу играть вот это произведение в такой большой зале и очень крутой оркестр и дирижер. Имагава Кокора – студентка первого курса оркестрового факультета, лауреат международных конкурсов. В ее исполнении прозвучит концерт для скрипки с оркестром Брамса. Концерт начнется в 19:30, вход свободный.